Что делать, если при работе с программой Adobe Illustrator вы столкнулись со следующим раз, и все завивки, вся красота, которую вы делали, у вас пропала? Почему так происходит? Во-первых, сразу Ctrl-Y. Ctrl-Y – это сочетание, которое переводит изображение в режим контуров и из режима контуров. Также вы всегда его найдете. Просмотр, контуры, Ctrl-Y. Нажимаете, у вас получается все изображение в виде контуров. Еще раз. Просмотр, Ctrl-Y, иллюстрация. Почему так происходит? Если у вас, у компьютера не хватает мощности для того, чтобы отобразить все, что вы на нем накрутили, особенно когда это сложные заливки или много маленьких элементов, он себе упрощает жизнь и переводит ваше изображение просто в контуры. Таким образом, ему проще работать. Заливки сохраняются. Иногда они могут не включаться, если прямо ему совсем жутко тяжело, тогда лучше все выключить, перезагрузить компьютер и открыть только этот файл, не открывая больше ничего дополнительного, тогда вы с ним сможете поработать, либо растащить его на 2-3 более мелких файла, чтобы компьютеру было легче. Ну, а так просто запомните простое сочетание Ctrl-Y для того, чтобы туда-сюда переходить в этот режим, файл не сломался, с ним все хорошо, просто компьютер облегчает себе жизнь.